20-х годов страха уже на всякое строили. А наш город, как был, так и остался. Здесь можно все это делать, и мы это сделали. Мне очень приятно вспомнить людей, с которыми мы работали. Очень приятно вспомнить художника, который нашел все это, Володю Светозарова, ушедшего от нас. Мне очень приятно вспомнить, слава Богу, живущего сейчас оператора Шайгарданова. Это очень многих работающих, и самое главное, актеров, работающих в этой фильме. К сожалению, из троицы, которая там была, нет уже двух. Нет профессора Преображенского, нет Шарика. Но видите, но память осталась. Вот она сейчас будет перед нами, мы увидим ее. Большое спасибо людям, которые вдруг решили вспомнить все это. Они помнят. И сделали этот памятник. Не знаю, будет ли похож профессор Преображенский на себя, сестра. Я его не видел никогда. Но, тем не менее, сама вся идея сделать здесь памятник для меня очень дорога. И не только для меня, я думаю, что и для всех нас это будет хорошим напоминанием о фильме, который, слава Богу, удался, который нес такое количество социальных...